Его святая, храни святает каждый час. Земли не небо, вечный царь, презрит с любовью царь. Давай, как Бог благословляет, душой и средствами служи, имущество приобретая, не потеряй своей души, вручи себя во власть Творца, во всем будь верен до конца. Аминь. У нас есть там какие-то молитвы, записанные в тетрадке? Да, да, я тут не нашла. Она сзади, да, лежит. Ну ладно. Мы в следующий раз помолимся. Сегодня у нас слишком такой плотный график богослужения, поэтому давайте непосредственно перейдем. А объявления те же самые. Богослужение в 14:30. Следующее воскресенье. Пожалуйста, приходите, приводите. Ну, братья, сестры. Ну а давайте сейчас перед тем, как нам начать вторую часть нашего богослужения, таинство причастия, встанем и прочитаем молитву «Отче наш». «Отче наш, слушай на небесах, да святится имя Твое, да придет Царствие Твое, да будет воля Твоя, и на земле, как на небе. Хлеб мой насущный, дай нам на сей день, и прости нам долги наши, как и мы прощаем должникам нашим. И не веди нас в искушение, но избавь нас от лукавого. Ибо Твое есть царство, и сила, и слава во веки. Аминь. Давайте, Иисус, помолимся. Наш Господь и Спаситель, мы благодарим Тебя за то, что Ты призвал нас стать Твоими учениками и друзьями. Также благодарим Тебя за то, что Ты собрал нас вокруг Твоей святой праздники, подобно тому, как Ты некогда собрал своих первых учеников, вверх веков, и сказал им: «Идите, сесть тело Твое и сесть кровь Твоя, нового за это замедлить изливание». О Господь, как Ты пришел к нам таким путем, оставаясь при этом на небесах, превосходит наше понимание. Но нам достаточно знать, что мы грешники, а Ты истинный Спаситель. Теперь, Господи, когда мы готовы прийти к Твоей трапезе, даруй нам смирение, истинное покаяние и готовность принять Тебя. Уверь нас в том, что наши грехи прощены, и благослови нас, когда мы будем в Твоей смерти, в Твоей силе, во имя нашего Господа Иисуса Христа. Аминь. Давайте вспомним наши головы и покаемся. Вознесем молитвы, какое наши сердца для прощения, для благодати Божией. Господи, вот я перед Тобою, великий грешник. Я очень много согрешаю. Даже в сегодняшний день. Милосердность надо мной, Господи. Изгони из меня гнев, гордыню, раздражение, осуждение, самолюбование, любостяжание и все прочие страсти. И всели в мое сердце смирение, кротость, великодушие и всякую добродетель, Господи. Помоги мне исполнить волю Твою. Поставь меня на истинный путь спасения. Научи меня, Господи, совершать заповеди Твои, приносить покаяние чистосердечное, сокрушенное и смиренное сердце. Господи, прости мне совершение моим, которыми оскорблял я благость Твою. Помилуй меня, исцели от всех беззаконий, в которых я нахожусь. Господи, я молюсь об этом во имя нашего Господа Иисуса Христа. Аминь. Таинство причастия мы будем совершать так, как оно изложено святым апостолом Павлом в 1 послание. 11 глава, 23 по 28.
ибо я от самого Господа принял то, что ты вам передал. Что Господь Иисус в ту ночь, в которую предан был, взял хлеб и возблагодарил, половил и сказал: «Примите, идите съесть тело мое, за вас хранимое, все творите в мое воспоминание». Также чаша после вечера сказал: «Все чаша есть новая завет в моей крови, все творите, когда только будете пить мое воспоминание. Ибо всякий раз, когда вы едите хлеб сей, пьете чашу сию, смерть Господню возвещаете, доколе он придет». Посему, кто будет есть хлеб сей и пить чашу Господню недостойно, виновен будет против тела и кроме Господа. Да испытывает же себя человек, и таким образом пусть ест от хлеба сего и пьет из чаши сей. Аминь. Давайте встанем. Благословен ты, Господь, Бог наш, Царь Вселенной, давший нам хлеб из земли и плод виноградной лозы. Благословен ты, Бог, возлюбивший мир, отдавший Сына Своего за нас, Иисуса Христа, дабы всякий верующий в Тебя не погиб, но имел жизнь вечную. Боже, благодарим Тебя за чудо Святой Евхаристии, Святого Причастия. Благодарим Тебя за слова апостола Павла, только что прочтенные пастором. Благодарим Тебя, Господь, за то, что действительно, Боже, Он от самого Господа принял то, что и передал нам. И дай нам, Господи, от Тебя принять это таинство с Твоих святых рук. Боже, чудо, что Ты живешь в нас, верующих, да совершится. Боже, для меня честь велика молиться с моими братьями и сестрами сегодня и вместе совершать хлебопреломление, Боже, тело и крови Твоей. И тем самым, Боже, и перед небом и землей я также свидетельствую, что один Господь, Иисус Христос, во славу Бога Отца, аминь. Что одна вера, один Господь, одно крещение, что одна надежда наша, одна вера наша, и действительно одно чудо, одна благодать нашего Спасителя. Аминь. Спасибо. Андрей. Причащайтесь, пожалуйста, братья и сестры. Ты наш Бог святой, я к Тебе стремлюсь, и воздаю Тебе поклон в Твоей груди. Успокоюсь я, успокоится сердце мое. Твоей груди успокоюсь я, успокоится сердце мое. Знаю, что Тебе радость вечная и любовь неизменная. Твоей груди успокоюсь я, успокоится сердце мое. У Твоей груди успокоюсь я, успокоится сердце мое. Когда придет тот последний час, верю, примешь меня к себе. О, твоей груди успокоюсь я, успокоится сердце мое. Твоей груди успокоюсь я, успокоится сердце мое. Давайте помолимся.
Мы прославляем Тебя, Господи, и благодарим за то, что не отверг нас грешных, но цепей Тебя сподобил примириться. По своему человеколюбию, Владыка, Ты ради нас умер и воскрес. Даровав эти страшные, животворящие тайны свободы деяния и освящения наших душ, и Ты дай нам и сегодня благодать Твою во исцеление души и тела, в освящение очей наших сердец, в мир душевных наших сил, веру непостыдную, любовь нелицемерную, в исполнение премудрости, в соблюдение заповедей Твоих, умножение у нас благодати и Твоего Царства и обретения. Для того, чтобы уже не ради себя жить, а Тебя ради нашего Владыки и Благодетеля до самой смерти, когда мы идем в недвижение, с надеждой на жизнь вечную, достигая всегда существующего вечного покоя, которым находясь непрестанно и бесконечно, отрицать Христа и закрытый мечом. Тело Твое Святое, Господи Иисусе Христе, Боже наш, да будет нам жизнь вечную и кровь Твоя чистая в оставлении. Будь же нам это причастие в радость, здравие и веселье. Страшно же и второе пришествие Твое сподобит нас грешных, так и несную славу Твою во имя Отца и Сына и Духа Святаго. Аминь. Аминь. Пусть благодать Господа нашего Иисуса Христа, любовь Бога Отца и общение Святого Духа пребудет со всеми нами. И пусть причастие это во здравии души и тела, в единство веры, благословит Боже наши дома, наших родных и близких, благословит Боже всемогущее дело рук наших, Боже, и распусти нас с миром, пусть Твой мир будет в наших сердцах, в наших домах. И кровь Иисуса Христа, Агнца Твоего, омывающего нас от всякого греха, она на косяках нашего разума, нашего сердца, нашей жизни, наших дел. Благодать Твоя да пребудет с нами. Аминь. 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 Слава. Аллилуйя. 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 Еще раз делать это ничего.
так. Ну что ты? Это раньше. Ну, я не знаю, там голубая. На каждом кадре дрожишь, а теперь. Голубая. Можно снимать, сколько хочешь. Выхивай. Ну все, А вы что, на улице там не пойдете, переодеваетесь? Чаще всего переодеваюсь, да. Ну, короче, если на улице так ходить, так же у человека какие-то вопросы будут, о, ну там, и будет возможно больше людям проповедовать. Нет, если я на улице нравится, приеду, а я использую как евангелизм, да, обязательно. В метро там, да? В метро ездить там. Ну да. Больше получается где-то так вот. Какая в поезде, в электричке, в автобусе, там, в самолете. Где уже передвигаешься уже? Общаешься. Сегодня вы куда уж поедете? Нет, какой следующий маршрут? Следующий маршрут какой у вас? Ну сейчас домой. Раз, два, три, четыре, пять. А потом? Да, потом. Что, прямо сегодня в Тулу уже? Ну, завтра. Завтра. Нет, мы вообще тут вас прошли, да, а куда вы пошли? Тоже что-то означает, да, или просто? Просто ли люблю любовь, а тем более лев из Калининой. Для меня это ассоциация. Да. Ну нет, это всякого символизма. Просто нравится. Сейчас у вас там записи? Ну там, недалеко. А, кстати, да, я еще не выучил. Шалом, мир всем.